В Барнауле начали разбирать историческое здание усадьбы купца Михайлова. Это произошло вопреки протестам общественников, которые уверяют, что комплекс строений представляет большую историческую ценность. Напомним, на днях стало известно, что на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской может появиться восьмиэтажное здание краевой прокуратуры. Для этого необходимо снести столетние здания. Сейчас в одном из строений, бывшем флигеле, демонтированы почти все окна, и рабочие начали разбирать крышу. Историк и общественник Данил Дегтярев со своими коллегами по-прежнему намерен подать в Алтай-Охранкультуру заявку о возвращении усадьбе статуса памятника. Правда, ждать ответа придется почти 30 дней, а за это время здание, по мнению историка, могут полностью снести. Я считаю, что шанс в любом случае есть, потому что если документы не подать, то шанса не будет в принципе. Другое дело, что, конечно, 30 дней – это максимальный срок, и при наличии доброй воли Алтай-Охранкультуры этот срок может и сократиться. Дегтярев с коллегами пообещал сделать все возможное для защиты зданий. Между тем, история уже вышла на федеральный уровень. О предстоящем сносе написал известный блогер и специалист по городской среде Илья Варламов.